Дорогая, мы опоздаем на спа. Кедровая бочка уже ждет. Так, дети, слушайтесь младших, не обижайте старшеньких. Ой. Мама, тебе точно пора расслабиться. Массаж с горячими камнями. Как я вам завидую. Счастливой годовщины свадьбы. Пока. Ну все, они ушли. Собираемся на кухне через 5 минут. Все знаете, зачем мы здесь собрались. У нас ничего не выйдет. На этот раз мы будем умнее. Мы подарим родителям на годовщину память на всю жизнь. Я думаю, у них уже достаточно такой памяти. Все мы помним о розовой свадьбе. Кто облил мое платье случайно? О ландышевой свадьбе. О нет, у него же аллергия на ландыши. О стеклянной свадьбе. И о чугунной. Мы же договорились. Ни слова про чугунную свадьбу. Никогда. Весело же было. Больше не думаем о названии годовщины. Просто устроим классный праздник. Я же говорю, у нас ничего не выйдет. Хватит это повторять. А сколько раз? Вот, забыла взять паспорт. А то опять намокнет, как тогда. Где там дети? А, наверняка играют в приставку. Или готовят подарок на годовщину. Не волнуйся так. Если что, у соседки мы на быстром наборе. Да и у полиции. Огнетушитель, резиновые сапоги, аптечка на месте. Ну и, может, обойдется на этот раз. Ох, я надеюсь. Хочется, чтобы в этот раз было без всяких сюрпризов. Просто запомнить вечер уже хорошо. Ха, без сюрприза не запомним. Знаешь, чугунную свадьбу я бы хотела забыть. Не понял. Мама не хочет сюрприза? Да. Как так? Вероятно, нашими предыдущими сюрпризами мы слегка понизили планку ожиданий. Понизили? Да мы бросили эту планку в море и пробили ей дно. И через эту дыру вытекли все наши надежды. Я ничего не понял, но мне грустно. Что ты не понял? Мама больше в нас не верит. Ну уж нет. Я докажу родителям, что они не правы. И мы! Ладно, поднимем планку на поверхность. Или хотя бы до уровня континентального шлейфа. Так, а что мы дарим-то? Макс, ты придумал уже? Еще секунду. Вот, слушайте. Мама любит шоколад. Папа тоже любит шоколад. Следовательно, мы должны подарить им шоколад. Например, в виде фондю. Класс, шоколад! Боря, ты будешь не есть, а готовить. Нет, давайте лучше поставим хлопушку на машинку. Да, родители входят, машинка выезжает и бум! Бум-бум-бум-бум-бум-бум! Бум! И это все ваши идеи? Взрывы и шоколадки? Не кажется, что вам не хватает масштаба, вау-эффекта? У нас тут операция по спасению годовщины, так-то. Хорошо. Что ты предлагаешь? Окей, смотрите. Родители давно вместе, так? Их брак нежный, как вода, но прочный, как лед. Так что мы сделаем им ледяной фонтан. Это будет метафора хищной любви. А? 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 Круто я придумала! Вы не знаете, какой шоколад ест папа? Папа любит белый, а мама молочный. Ну и ладно. Готовьте тогда сами свои сюрпризульки. А я сделаю нормальный сюрприз и единолично спасу всю годовщину. А это мы еще посмотрим. Найти видео, как сделать ледяной фонтан. Как приготовить фондю. Хлопушка! Нет, нет, нет. О! Для ледяного фонтана нужен промышленный холодильник. Сложно! Для ледяного фонтана нужен промышленный холодильник и лепестки роз. О, это проще. Открыточка! Алина, малышка, не до тебя.
Открыточка. Алина, не мешай, кладу запал. Конфетти пошли. И вишневый сок. Зачем там сок? Чтобы хлоп и нарисовал сердечко. Ты чего? Какое сердечко? Так не получится. Нет, получится. Не получится. Получится. Не получится. Алина, не трогай детонатор. Детонатор, Бобо. Лучше иди прессуй. Получится. Не получится. Получится. Не получится. Открыточка. Алина, пожалуйста. Тут важный вопрос. Что первично? Шоколад или орешки? Шоколад. Если я дам тебе кусочек, обещаешь не мешать? Подкуп работает безотказно. Боря, Рома, кажется, у вас не работают тормоза на машине. Зато у тебя, Макс, отлично работают. У меня уже все готово, а ты только начал. А ты, Лиса, вообще стучишь не там, где нужно? Я все делаю по видео. Но ты же понимаешь, что эти видео никогда не дают полную картину действительности? До лекции осталось 3, 2... Так, смотри, у нас непромышленный холодильник, и тебе вряд ли удалось достичь равномерной заморозки льда, поэтому в нем наверняка есть пустоты с воздухом. И если ты ударишь по одной из них, то получится... Ты разбила сердце. Не так, как хотелось бы. Так и знала, что нельзя тебя слушать. Хорошо, что мой горький опыт научил меня все делать про запас. И знаешь, Макс, следи-ка лучше за своим фондю, а я справлюсь сама. Как хотите. Только потом не закатывайте глаза, когда я скажу... А я же предупреждал! Да, именно так. И, кстати, мой подарок уже готов. Эй, авария! Тормози! Детонатор Бобо! Я же говорил, получится! Тихо! Надеюсь, кроме нас никто ничего не услышал. Елена, добрый день! Хочу сообщить об очередном происшествии с участием ваших детей. Василиса, пожалуйста, поторопись. Шоколад стекает на пол. Я чищу Алину. Иди отмывайся на кухне. Сначала надо отмыть саму кухню. Ну так тебе все равно это делать. Почему мне? А чье фондю там размазалось по стенам? Так, уточнение. Это хлопушка Бори и Ромы размазала фондю. Мы ни при чем. Это из-за ее льда. Лед не растаял, если бы... Василиса, нечестно отвечать на сообщение во время спора. Это голосовое от мамы. Лисочка, мы с папой уже летим домой. Надеюсь, у вас там все нормально, без сюрпризов? Сюрприз-то есть, нормального нету. Мама разозлится, хуже разочаруется. Почему мы каждый год все запарываем? В прошлом году мы не договорились, кто будет следить за огнем. В позапрошлом... Макс, отвечать было не обязательно. Хотя, ты прав, мы не договорились. Я не договорилась. Хотя Лина у нас с подарком. Точно. Алина, ты умница. Мама ведь хотела, чтобы праздник запомнился, понимаете? Сохранился на память. Фото. Да, мы можем сделать фотостенд. Алина, ты не против, если мы немного прокачаем твою открытку? А кто уберет на кухне? Ну, я занимаюсь фотостендом, а вы... Стоп. Договоримся по-взрослому. Ого. Ты предлагаешь обсудить, кто чем займется, принимая во внимание сильные и слабые стороны каждого? Макс, родители приедут через полчаса. Давайте быстро. Камень, ножницы, бумага. Кто проиграл, тот убирает. Ну, или так. Как убрать кухню за 5 минут перед приходом родителей? Я за огнетушителем, а ты... Что это? А, где? Что? Мамуля, вижу, у тебя просто нет слов. Но они и не нужны. Главное, что у вас есть теперь. Подарок на годовщину! Фото с нами, на память! Ничего себе!
Я была уверена, что будет чугунная свадьба 2.0. Дети, на этот раз вы нас действительно удивили. Сами в шоке. Мама пьет на кухне кофе, папа где-то в гараже. В понедельник катастрофа, будет тест по ОБЖ. Летят года, 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 года. И будет так всегда, всегда. Ла-ла-ла-ла. Еще один год без чугунной свадьбы. О, а что это за кнопочка? Папа, стой! Надеюсь, никто ничего не услышал.